Цветы для автоледи. Накануне Международного женского дня сотрудники госавтоинспекции совместно с FM-медиа-холдингом провели традиционную акцию. На дорогах Серпухова автоинспекторы дарили женщинам тюльпаны и знаки внимания, на которых были написаны пожелания безопасных дорог, счастливого пути и весеннего настроения. Инспектор останавливал машину. Вместо привычных слов – ваши документы. Девушкам дарили цветы. Для многих автоледи причина остановки оказалась приятным сюрпризом и поводом для улыбок. Здравствуйте. Ой, спасибо большое. Спасибо. Безопасных дорог. Спасибо. Здоровья. Спасибо. Самое наилучшее. Поздравляя представительниц прекрасного пола, полицейские напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения, вручали тематические буклеты, а сотрудники F-Media Holding вручали подарочные пакеты с сувенирами. Хотим вас поздравить с наступающим Международным женским днем, пожелать безопасных дорог, здоровья. Спасибо. И всего самого наилучшего. Спасибо большое. Я поздравила вас с вашим подарком. Спасибо. Супер, почаще бы такие акции. Это ежегодная наша акция, стала старой доброй традицией уже. Сразу же у людей улыбка на глазах появляется, можно слышать много теплых слов. Ну, вообще приятно делать людям добро. Такая акция не только помогает создать праздничное настроение, но и напоминает жителям округа о важности соблюдения правил безопасности на дорогах.